получается, вот эта вот херня, вот эта как раз потом слизывает сзади. Вся нормально получилась, ты даешь газ и выпрыгиваешь. Малый. Да. Ты. Стоя на ногах, потому что до этого я видел, ты вообще тут ебался, кувыркался. Перед бревнами дал газ, выпрыгнул. И все, на самих бревнах надо, чтобы глаз не закрывали. Поэтому ищите, где объезд. Либо вот чуть длиннее, заезжайте длиннее. Такие вот надо вещи пропускать. Да. Находим объезды, Саня, окей. Где будет легче всего, братан? Краби. Обыгрывайте, ты не несись, это не мотокросс, ты должен это бревно обыграть. Когда качнул его, тогда дать газ, чтобы такой выпрыжка получилась. Ты в этой части... скорость, у нас мотоцикл не едет ни вправо, ни влево. Мы должны просто 2-3 км в час просто туда съехать.
переезжаю в ту крайнюю по эту. То есть максимально медленно спускаемся, поворачиваем налево, переезжаем в ту колею и спускаемся дальше, опять же максимально медленно. Не показывай нам больше этого. Кого? Вот так вот, как ты летишь оттуда. А туда же нам самоуверенность, и что нам потом делать? Нас даже елка не остановит. Нет, так даже легче съезжать, когда быстро съезжаешь. Я тоже так, только... Давайте все еще по раз туда. Мотор заведи. Резина зацепит. То есть мы делаем прыжок не по ходу, а именно чуть-чуть вверх. Противоход. Вот этот you
Я сюда не поеду. О, это, блядь, это похоже на вчерашнюю хуйню.